мы пошли убивать его? Найс. Убивать! Нормально. Что, они идут убивать, да? What the fuck? What the fuck? Копы бьют копов, свиньи бьют свиньи! Свиньюшки! Ох ты, нихера себе, там что происходит? Holy shit! Holy shit, yeah, я болею за своих! За Спартак! Спартак чемпион! Yeah! Милена, I've got an update on your friend Drahomir. I've seen Drahomir pretend to be many things. My friend was never one of them. It's been taken care of. He's not gonna be a problem anymore. Thank God. I don't know how you did it, but I'm glad you did. Listen, if you ever need documents for something... I'll be fine. Thanks. кто меня ищет? It's too quiet. Самое главное, почему? Another one. Я же ничего не делал. Лол, что ты делаешь? Игра как-то странно работает. Я могу их обыскать? Это же ничего, что их убили, да? Я как бы тут ни при чем. Так, и все, миссию, то есть я выполнил. Holy shit. Как же лагануло. Так. Меня вот интересует больше всего другое. Я могу сейчас сюда пройти? Did I hear something? Это было тупо. Ладно, я здесь где-то слышал звуки выстрелов. Что происходит, чуваки? Сброс, сброс. Чего, боже ты мой? Это же не я был. Так, важные объекты, выстрелы. Контроллер, ага. Наша маленькая мошенница прошлой ночью опять проскользнула через вентиляцию. Я знаю, ты думаешь, что она слишком напугана, чтобы уйти навсегда, но она всегда будет возвращаться, потому что боится, но все-таки. Без нее все наше дело ничего не стоит. Я понимаю, как сильно тебе не нравится мысль о том, чтобы перестраивать старое здание мамы, но ты учти, что Каницкий и Радский не было рассчитано на такую работу. Нам надо принять меры, чтобы не пускать отсюда Милену и не пускать кого-то другого. Так, и... В чем как бы соль выстрелов? Я не знаю. Просто, типа, выстрелы, найди что-нибудь, это называется. Chicken food? Здесь вообще ничего нету. Значит, же нифига нет. Ладно, хрен с ним. Просто погнали. Это у нас что? Просто хожу и забираю деньги. Нормально. Я обожаю это. Крайне интересные газеты, я так полагаю. Вау, офигеть. Вот это можно звать. Ну нихера себе. Так. Ну поехали. А почему не могу это взломать? А-а-а.
Меня обнаружили, понятно. Я-то думаю, что за херня? Ну, наверное, завершение поиска это просто такой... такой поезд, знаете. Который со мной не связан. Так, давайте-ка вот это закроем все дело. Присядем вот так вот, чтобы меня не палили. Сохранимся и погнали. Anomaly detected. Trace program initiated. Okay. I moved to the Utulek complex. I thought you were forced to leave your native Germany. Anomaly detected. Trace program initiated. Чем бомба не могу? Да это ж капец. Первого уровня? Вы серьезно? Вау. Мне, короче, не везет в процентах. Ладно. Ну, мне не сюда, явно. Пока что. Идти. Потому что мне нужно взлом прокачать. Вообще бы мне сгонять бы уже туда, но фиг знает, куда здесь идти вообще. Ну, сюда, очевидно. Можете попроще? Вот здесь попроще. Я нихера только не... Это нормально, что нихера не видно? А куда мне идти-то? Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. Вау. Так быстро? И ждать... О, бай. Фак, серьезно, ждать? Ну хорошо, я подожду. Это интересный геймплей, конечно. Вот можно перестать? Ждать, близ. Так, прямо выйти. Фу, это быстрый выход, окей. Anomaly detected. Trace program initiated. Это обалдеть просто. Я не знаю, какими надо быть. Что за херня? Почему меня 45% находят постоянно, а? Это в тройке XCOM, короче, для меня. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. О боже ты мой. Врагов нужно видеть. Я уже только навзламал на ачивку. Просто капец. Второй XCOM реально. О май гад. Это второй XCOM реально. 45% замечает каждый раз. За 100% вероятностью. О май гад. Чего здесь происходит-то? По-моему, там с русской озвучки взяли. Ладушки. Так, осталось дойти до туда только.
Вау! Ты серьезно? Так, где враги? Вы что, серьезно, что ли? О май гад, это просто... Ладно, неважно. Но я высунулся просто уголком сразу, what's that, и сразу начал стрелять. Так, не забываем, что чувака... Чувака как? Придет сейчас и что-то меня спросит. А можно не фризить, пожалуйста, в данный момент? Найс. Вы что, издеваетесь? Вопрос. Как мне прицеливаться? Вот. Меня нашли. Самый главный вопрос. Как мне целиться? Где прицел? Алло. Вы прицел по умолчанию, что ли, убрали? Эксклюзивный весь экран, экран разрешения. Это херня, не то. Игра. Спасибо, молодцы. Это просто охерительно. И контуры предметов они тоже убрали. Вы что, дебилы, что ли? Указали местоположение цели тоже. Почему это все убрано? Все самое полезное убрано, а включено самое бесполезное. Подсказки об укрытиях нахера не нужны. Во, наконец-то, боже ты мой. Игра в разы лучше стала. Все, можно теперь идти. А, теперь я могу попадать. Нет, я еще... С видом от первого лица я бы еще... Поработал. Но, бляха-муха. Это, кстати, тоже не нужно. Да, это... О, боже мой. То же самое расстояние. Вот видите, более дальнее расстояние, чем было. Я не знаю, как это работает. О, фак. Не обратите внимания. Jensen, thank God, I'm down in the dungeon, man. You remember the title of my super secret book, right? I remember it's red. Вась подвал колера. Васим, крадущийся дракон. Понятно. Мне, в принципе, вниз не надо было идти. Понятно. Программа разгона и прочего дерьма. То есть все, что мне нужно было сделать, это найти правильное направление. Куда мне идти? Ну ладно.
Давай, я тут, правда, чмошники какие-то у тебя наверху, но ты, конечно же. Продолжай. Отсиживаться в своем говне. Jensen, my favorite techno wonderkind. Sorry about the goons, man. They didn't give you too much trouble, did they? They're not gonna be a problem for now. What do they want? You behind on your protection money? I don't think it's about money. I got this little misunderstanding with their boss, Otar. You know how it is with these gangster types. Enough to know that there's no such thing as a little misunderstanding. The Valley internal politics. I'm gonna get it sorted. Gonna see the big boss myself. As soon as things settle down. The day after a bombing, man, it's... Well, I mean, it's scary, right? I'm surprised people go out at all. Sometimes people don't have a choice. My systems took a hit. I was hoping you could help me get everything running again. Took a hit? You mean... Oh, shit! Why didn't you say so? We need to get you in the chair. The chair. You know, I've always wanted to get a closer look at those sad fogs of yours. A real close look. Oh, ты какого-то... особого типа извращенец. А ты уже настоящий израд. Get the gas going, and then, well, then I just need to sort of dive in. Feel my way around. Что именно ты собираешься со мной делать? What exactly are you gonna do to me? I'm not sure yet. First I gotta get in there to see what's wrong. Не надо меня влезать, please. I'm not gonna do anything to you I wouldn't do to myself. I promise. Besides, you've been here a few times, you know I'm professional. Ты понимаешь, что ты не хочешь меня кормить морковной запеканкой, но все же. You never had to put me under before. I never saw you the day after an explosion before either. That was a big shock to your system, man. Kaboom! Now, you want me to fix you or not? Давай. All right. Let's just get this over with. Relax, Jensen. It's gonna be fine. You won't even know I'm in there. Сейчас за этим битой подойдет, за этим херенанет. Far away, like you're someone else. But Kohler's gonna bring you back and make you you again. Before you know it. Сейчас, короче, неожиданно я бабой стал. What? Oh, thank God. Take it easy. I swear I didn't mean to... Your retinal display should be back soon. You can still move, right? Where did you... I was trying to connect the unconnected. But you got some strange fucking ogs back there. I mean, I probably... Может, что это у меня в голове? Here, let me get you some water. Or something stronger, maybe? Water. You got it, Jensen. Just ease out. Okay, don't freak out. Rebooting was the only way to save you. Save me from what, Kohler? Core meltdown. You almost melted my chair. So I reset you, and I found I think it's better if I show you what I found. Bring up your system display. You need to see this for yourself. These are your implants. You're familiar with all these, right? Okay, ты все отрубил, да? Seraf installed them. Took 2 years for my body to get used to everything. Right. Well, I had to undo some of that getting used to. What's going on, Kohler? Why do I feel different? Something was trying to vampire the juice out of you. I couldn't figure out what until after the reboot. Turns out your Factory Zero is not the standard Factory Zero. What am I looking at? Experimental fucking test dogs, man. Hidden inside your body. Офигенно. You're telling me I got more implants than I thought I did? More than your body can handle. Pretty cool, right? I'm not sure yet. I want to show you what happens when you activate one of these suckers. Используйте мышь для навигации для выбора одного из запоминальных... Угу. Так, ИСЭЗ. Имущественная система энергетической защиты. Использует невидимый дейтерево фторидный. Спасибо, очень удобно. Очень удобно. О май гад, это неудобно. Дейтерево фторидный лазер. Угу. Эта система очень эффективна при нейтрализации толпы, когда надо свести жертвы к минимуму. It's okay, Jensen.
Система обладает долгим циклом выстрела. Удаленный взлом. Аугментация удаленный взлом используется вместо с устройством взлома. Аугментация связь по инфолинку, она позволяет выполнять удаленный беспроводной взлом электронных устройств. Тесла. Система поражения электроразрядами под названием Тесла способна выдавать долговой разряд силы тока в 200 мА. Система позволяет вывести цель из строя, при этом большой ток вызывает достаточно сильные мышечные сокращения, чтобы не допустить полной остановки сердца. Таким образом, okay, цель остается жива, но теряет сознание. Тесла питается экспериментальных... На клинок, закрепленный киберпротез руки. И в уровне состоянии незаметен. Часть вон применяется в ближнем бою, но может использоваться и для стрельбы. Эта аугментация улучшает емкость для наноклинка, дополняя ее пусковой установкой, выстреливающей клинком. В нее же входит высокоэнергетический молекулярный сборщик, который при достаточном запасе карбоновых картриджей быстро собирает смены ламилляр... Рывок Икара. Свет владельца очень быстро перемещается по горизонтали, как подтвердно... Улучшение концентрации. Титан. Аугментация титан неодимовая подкожная матрица, ну понятно, просто увеличивает. Окей, допустим, возьмем вот это дело. Выстрел. Так, стоять. Или все-таки. Нет, все-таки Тесла. Я не хочу, у меня два практика, я заработал. Ладно. Where the hell did these things come from? I can't answer that. All I know is the explosion must have woken them up. But man, you wanna use these crazy fucking things? That's your right. We just gotta make sure it doesn't fry you. Now, I think I maybe got an idea on how to do that. Try shutting down one of your other implants. You know, just for fun. So, we're gonna get on with us and nажмите escape. Который можно включить, нажмите режим деактивации, сделайте выбор. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not using. Так. Сверхзрение, взлом, скрытность, социальный корректор. Go ahead, Jensen. Shut down one of the implants you're not Икара. Using. Рефлексов ртуть. Кожный панцирь. Go ahead, Jensen. See that? Cooled you right down. You have the power to balance your system if you want. Just, you know, don't activate everything all at once. What would happen if I did? Well, you'd suffer some major glitches due to overheating. We're talking risk of permanent damage. So, you know, maybe don't do that. All right. Reset me now, Kohler. I'll reactivate what I need myself. Понятно, нифига себе, они здесь все как усложнили-то. Okay, so I'm not always gonna be there for you like this. I can't just follow you around to reset things and hold your neural weave together. Whatever choices you make from here on out, they're your choices. But you were supposed to be my AUG expert. I specialize in Chinese black market, okay? The shit I found hidden inside you, spliced into your system like that, looks to me like it's from Mars. Шарик, что-то натворил. I'm pretty sure they're not from Mars. I feel bad. You deserve answers I can't give you. I can help manage your system better than anyone in Prague. I help you make the most of the new AUGs we just found. But you can't tell me where the hell they came from. As far as I know, David Seraph installed all my AUGs. There's something inside me I don't know about. He's the one I need to talk to. I am familiar with Sarah's work. These new AUGs, they look different to me. I mean, that neodymium shell. Who uses dimorphic magnetorheological fluid like that? Seriously, if you talk to Seraph, you need to ask him that. Shit really stands out. Pretty fucking cool, actually. Так. Тебе приходилось раньше такое видеть? You ever seen anything like this before? An AUG system that's deliberately hidden like that? I don't know, Jensen. I mean, I heard of people getting the black market treatment before. Pass out in Prague, wake up in Shanghai. But usually they wake up with less AUGs, not more. What exactly makes these AUGs so different from my other ones?
They look like experiments, is what. Loose wiring everywhere, man. It's like half of you is untested, unfinished, unbelievable. It's beautiful, is what it is. Сариф? Why would Seraph have hidden these things inside me? I don't get it. I am not convinced this is a Seraf job. The tech itself is super high-end, but the PDOT insulation, sloppy. The bone mounting, mounted on the quick. Just doesn't have Seraf's touch. Looks more like a retrofit to me. Something much more recent. Well, what are you thinking? I'm thinking how much I hate being unconscious. You said these additions look recent. How recent? Within the last 2 years, give or take. Something happened to you in that time? I was pulled out of the ocean and put in some facility in Alaska to recover. It was a few months there, из океана после событий первой части, понятно. The more I try to remember, the blurrier it gets. Shit, Jensen. That's terrifying. Окей, пока. This tune-up went longer than I expected. Let's wrap this up. Right. Here, take some Praxis kits for the trouble. Praxis solves everything. Keeps customers happy. Just remember what I showed you about managing your juice. It's gonna be a balancing act for you. Well, unless... Unless what, Kohler? There could be a way to optimize. It's just... It would involve getting something from Otar, a neuroplasticity calibrator. Ну давай, допустим, давай. There's a way for me to use everything I have without compromise. I want to know about it. I was hoping you'd say that. I order all my fancy tech from this illegal catalog, right? But my last shipment got intercepted by Otar Botkoveli. The same Otar whose men were looking for books out there before? I am not going to force you. I want you to want to do it. I want you to want to be an augmented god among men. If that sounds like something that interests you, then you should know that Otar runs an underground casino in the Chisti district. The entrance is in a small courtyard off Hlavny Street. Thanks for the info, Kohler. Thanks for the Praxis. Спасибо. Галкин. Ты Галкин. Кто ж ты еще, кроме Галкина? Так, допросить Сарифа в моей квартире. Я его капец допрошу. Эй, чувак, как ты отнесешься к этому? А, я даже могу кинуть. Так, калибратор. Ой, я это все заберу у тебя, да? Нет, я хочу вот это. То есть я могу спокойно, но после прошлого визита я тебе испытываю странные симптомы. Это неприемлемо. Ты ведь с этим разберешься, да? Жду тебя сегодня вечером. Спросишь Мирославу, она приведет тебя ко мне. Ладно, хрен с ним. Так, это я сделал. Понятно, побочное задание. Аж целых два. Что за выстрелы, я без понятия. Так, ну, допустим... Нейропозин. Беру, забираю, в общем, всяческие предметы, которые мне не принадлежат. Им пофиг вообще. Ну, бери, чё, почему бы нет? Но с вот этими пометками намного проще разбираться, что можно взять и что нельзя взять. Я не знаю, зачем их вообще отключили. 12 Praxis? Вау! Так, ну что ж. Компьютерный автокорректор социальной интеракции. Анализирует поведенческие паттерны в темах разговоров, передает психологические данные другим социальным аугментациям. Работа совместно с глазным протезом Retino-How и оптический анализатор психофизиологической реакции, он же оптический полиграф, составляет вначале психологический профиль, основанный на выражении лица. Давайте это возьмем. Так, купим. Ситуация не требуется. Эффект срабатывает автоматически в подходящей ситуации. Потребление энергии нет. Так, затем взлом есть. Взлом укрепления. Взлом скрытность.
и инфолинк. Что за инфолинк? Установка поддержания беспроводной связи. Так, установка инфолинка непосредственно внутреннего пользователя. Ну, понятно, это просто, как бы, то, что не нужно прокачивать. Ноги. Так, туловище, глаза, ноги. Окей, что с ногами? Прыжки на очень большую высоту, кибернетические ноги, дающие повышенную выносливость, силу и устойчивость. Прыжки на очень большую высоту, это не будет неплохо. Бесшумные ноги, бесшумная ходьба, бег и приземление. Имплантат замкнутого дыхания возьмем. Защищает урона при вдыхании токсинов. Отлично. Лазерный отслеживатель. Обеспечивает визуальную пометку и отслеживание целей с помощью глазных протезов. Так, отображает дополненную реальность, значки для отслеживания целей, точное отслеживание 10 целей. То есть их можно... Ага, их можно помечать. 25 целей, 40 целей. О боже ты мой. Глазной протез. Отвечает интерфейс, дополненную реальность, защита от действия оглушающей гранаты мин. Не нужно. Так, ну мне нужен взлом. Прям вообще стопудово. Так, кожа. Маскировочный имплантант. Кстати, возьмем. Питание эффекта невидимости энергии клеточного... Что? Нажмите B, чтобы открыть кольцо аугментации, выберите... А, понятно. Повышает длительность эффекта невидимости. Нейтрализовать противника без потери эффекта невидимости. Плевать. Оно нужно будет, я уверен. Так. Тайфун. Выпуск очереди снарядов во всех направлениях вокруг себя требует особого боекомплекта. Задает тип снарядов для тайфуна. Тайфун можно зарядить летальными или нелетальными снарядами, но интегрировать в систему пользователя можно лишь одну из этих двух конфигураций. Сделать выбор можно лишь один раз. Понятно. Так, руки. Пробивание стен. Так. Вот это надо взять обязательно. Это пока что можно забить. Радарная система следопыт. Отображает время, оставшееся до перехода цели состояния тревоги в обычное состояние. Топография проецирует на радар ближайшие стены сплошные объекты. Вычислить дальность обнаружения радара. Отображение на радаре поле зрения цели. Окей, это все не нужно. Пока что. Сверхзрение может быть, кстати. Обнаружение врагов, роботов. Так, подсвечи находящиеся рядом цели. Так, это то есть все мне нужно отдельно прокачивать? Ну, камеру я уже могу отключать. Взлом охранных систем второго уровня, третьего уровня. Такс. Повышает уровень защиты укрепленных узлов. Снижает вероятность обнаружения при попытке взлома. Вот, найс. То, что мне нужно. Ну, вроде бы все. Третий новых аугментаций. Так, что написано? Нажмите Tab, чтобы открыть новое... Очки практики с ним каким-то... Так, можно накапливать и так далее. Ну и все, в общем-то, наконец-то. Мы, можно сказать, начали игру, обучение прошли. Вау! Так, но, пожалуй... можно много чего другого еще выполнить по пути. Так что, let's go. Не просто человек. Значит, ячейку один. Так, сверхзрение. Мышь 5. Так, а это у нас маскировочный планет. Ячейка 1. Окей. Почему мне туда говорят идти? Потому что она внизу. Да.